Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» на этой неделе начнет выступление в Лиге чемпионов. Это престижный европейский турнир, в котором принимают участие сильнейшие клубы по итогам прошедшего сезона. От России в борьбу за трофеи вступят чемпион страны московский КПРФ и серебряный призер «Газпром Югра» из Югорска. 16 января состоятся матчи 1/16 финала. Югорчане на выезде сыграют с «Алинесом» из Боснии и Герцеговины. По решению УЕФА матчи пройдут без болельщиков. Напомню, газовики выигрывали этот турнир в 2016 году.